Итак, дорогие подписчики, не поверите, кого я встретил в лесу. Друг Вован пришел тушить пожары. И подписчики, друг. Так что, тушим. Вот так, дорогие подписчики, уже ночь. И мы своим другом Вованом, он в лесу, зашли в котлован. Горит лес. Да. Просто капец. Надо тушить, что-то делать надо. Что, тут уже все сделали, что можно. Ночью идет пожар страшный. Позаливали пожарки, тушат. Здесь уже никто не тушит, потому что тушат там, где нужнее. Тут опахано, догорает. Угол этот, трактор стоит, он наверху. Просто. А мы что, мы заедем? Он выехал, да, опахал. Тут опахано, надо ехать спасать там, где не опахано. Ну, дорогие подписчики, вот так мой друг подписчик прибежал сюда, все. Ну что, дорогие подписчики, качество хреновое. Ну, я вам скажу, что тут задействовано сотни техники. Это просто капец. Добрый вечер, дорогие подписчики, или доброй ночи. Прям мы с Вованом темной ночкой. Не видно ни хрена по лесу. Пол 11 ночи. Едем спасать лес. Неудобно, но снимем. Вот, дорогие подписчики, ночь. Не заехать, не проехать. Новые очаги берутся. Хрен не знает, откуда они берутся. Что можно, проехали. Дальше я не знаю. Просто там завал. Я не проеду никак. Просто завалы, ребята. Как его отбивать? Не пойму. Фу, как ты его отобьешь? Не знаю. Что он? Да, тут не перейдет. Вот подписчик Вован. Вован, привет. Да. Волонтер. Волонтер, да. Бедолах уже и грабли стер. Тушил. И ручки попереламывались. Вот, что могли, нарезали вот такие колеи. Фух, не знаю, сейчас пойду искать штаб наш, что будем предпринимать. Вот так. Вот так мы с Вованом уже мокрые. Фух, как мыши. Сейчас будем пробовать что-то предпринимать дальше. Тут понарезали все, что могли. Все, дорогие друзья, на связи. Думайте, еще раз говорю, думайте перед чем, или курить, или я даже не знаю. Так, хорошо.